конца, да и я не хотел бы сегодня много разговаривать. Всем, в принципе, понятно и очень хорошо понятно, ради чего мы сегодня собрались, ради чего мы собираемся с этими словами, с этими текстами, с этой музыкой, с этими песнями, ради чего мы собираемся уже несколько дней и будем собираться еще несколько дней, ради чего мы празднуем. Вот хочется сказать только одно. Эти великие слова, эти великие стихи, очень жаль, что вот в этом прекрасном, на самом деле, романсе Молчанова, который написан для оперы «Озорные стихи», очень жаль, что здесь выпадает еще одна строфа, но так из этого стихотворения, так необходимо было по музыкальному замыслу, видимо. Эти слова для меня звучат сегодня каким-то фантастическим бедованием надежды. Все то, что мы оплакиваем, все то, что в особенности оплакивали люди тогда, в 40-х годах, даже в мае 45-го, даже многие в День Победы, сейчас чуть-чуть меняется, слезы не ушли, не ушла беда, не ушла боль потери, но ведь если всерьез подумать, то, что мы в 70-й раз отмечаем этот день так, с наполненными сердцами, с верой в свою жизнь, в свое будущее. Ведь это значит, что мы их всех дождались. Мы дожидаемся их каждый год. И дожидаемся, и ждем, и в конце концов обретаем эту встречу со всеми, кто пришел с войны, кто не пришел с войны, со всеми, кто ушел после войны. А ведь тех, кто остался после войны, уже совсем немного. Этот фантастический, точный, мощный, настоящий, прекрасный призыв «Жди меня», он продолжается до сих пор, он будет продолжаться всегда. Только очень жди. Вот этого забывать нельзя. Нужно всех этих людей, которые ушли тогда в военные годы, которые сражались за нас, ныне живущих, за тех, кто будет жить после нас, в нашей стране. Нужно их ждать. Так же, как вот тогда ждали их в 40-х, так же и сейчас. И столько, сколько возможно. Ну вот, конец первого отделения концерта. Во втором отделении мы продолжим вспоминать, радоваться, плакать. Продолжим праздновать. Спасибо.